Следователем города Находки завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления по статье «Закупка, хранение, перевозка спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в крупном размере». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 33 тысяч флаконов спиртосодержащей жидкости, емкостью 100 мл каждый. Стоимость обнаруженной и изъятой продукции составила 750 тысяч рублей. 30-летний житель Находки закупил партию спиртосодержащей продукции и хранил ее в металлическом контейнере на улице Перевальной. В настоящее время расследование уголовного дела за незаконное приобретение, перевозку и хранение спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере завершено. Следователям собрана доказательная база причастности мужчины к совершению экономического преступления. Дело направлено в суд. Олег Завьялов, Новости на Восьмом.